На этом приеме игрушки такой же необходимый атрибут, как и медицинские приборы. Сегодня в амбулатории поселка Володарского осматривают детей узкопрофильные специалисты. И чтобы привлечь внимание ребенка, приходится идти на различные ухищрения. Семья Веселковых пришла на прием к окулисту со своим сыном Константином. Проблем со зрением у него, к счастью, нет. Просто малышу исполнился год, и родители привели его на плановый осмотр. Говорят, очень удобно, и не надо тратить время, чтобы добраться до врача. Вообще замечательно. Это вот, я не знаю, когда это появилось, когда врачи начали сюда приезжать. Очень удобно. В соседнем кабинете ведут прием хирург и невролог. Подобные выездные бригады работают, не покладая рук. Только сегодня посетить узких специалистов записалось более 90 человек. Кроме того, многих принимают без записи. Ты у нас принцесса, звезда. Сколько тебе лет? Это сколько? 5. 5. Молодец. Ну-ка смотрим сюда. При весьма плотном графике докторам необходимо найти время и для заполнения электронных форм. Большинство вопросов специалисты решают на месте, но случается и так, что человеку требуется дополнительная помощь. Мы берем все с собой, то, что нам необходимо, приезжаем и осматриваем здесь. Если мне что-то не нравится, если какую-то вижу я патологию, то я приглашаю их уже, видно, на осмотр на приборах, на аппаратуре. Вот. И тогда мы их дообследуем. Только в августе в расписании мобильных бригад врачей запланировано 10 визитов в различные амбулатории поселений. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.